сесть. Представление начинается. А люди еще идут. Снегурочка. Yeah.
Получается поймать, Илюш? Поймал звездочку в сачок.
ловил в руку луч. Скажи, да? Торт. Товарищ ели. Да. Сейчас. Хорошо, что мы внизу не сидим. Пожалуйста.
Да? Спасибо, папа, вырос. Их это не спасло, да, что они на балконе сидели. Thank you.
Thank you.
ключи. Что это за дырка? Это куда выходят артисты. Я даже мечтал стать. А кто там? Артисты? Я хотел быть фокусником. Я даже хотел стать прешталмейстером. Честно слово. Вон он. Вы не знаете, кто такой прешталмейстер? Вон он. Не знаете? Да это в цирке самый главный человек. Это такой человек, который за всем порядком следит. Он объявляет номера. У нас он тоже есть. Вот он, многоуважаемый Андрей Олегович. Похлопайте ему! Силовой гимнаст. А в цирке моего детства шпрехтелмейстер был только высокого роста, в цилиндре, во фраке, вот с такой вот медалью и вот с такими вот усами. Он важно ходил и объявлял номера. Может быть, есть среди вас желающие, кто хотел бы объявить следующий номер? Есть такие спички? Кто бы хотел? Поднимайте руку, не стесняйтесь. Хотели ли вы объявить? Да, я! Вот мальчик, пройдите. Иди с третьего варианта. Вот, прожектор-мейстер. Скажи, пожалуйста, ты раньше в цирке объявлял номера? В цирке объявлял номера раньше? Или не объявлял? Похлопайте. Мы сейчас на тебя оденем самый настоящий фрак. Ты раньше фрак носил? Ну-ка, давай скидывай. И меня тоже. Тебе большой, да? А меня? И сейчас опять. Сейчас опять. Выступай. Самый известный. Выступает самый известный силач в мире. Вы увидите атлета, который занесен в книгу рекордов Гиннесса. Одного из самых сильных людей в мире. Итак, встречайте, Фахриддин Ахназаров.